День добрых дел. Семен – активный, жизнерадостный, улыбчивый мальчик. Глядя на него, думаешь, что это самый обычный ребенок. Хотя это не так. В свои 6 лет Сема мало говорит, быстро утомляется, часто прячется под стол или за дверь. Он может выбежать на дорогу, прямо под машину, или прыгнуть с высоты. Причиной тому – аутизм. Проблемы у Семена обнаружились, когда ему исполнилось 1,5 года. Он начал капризничать, беспокоиться без очевидного повода, закрывать глаза и уши, как будто хотел уйти из реальности. Малыш шел на контакт только с теми, кого знает, а новых людей не замечал, смотрел сквозь них. «Кто объяснит, что происходит с моим сыном?» – задавалась вопросом мама Семена. Ответы она получила в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра». Специалисты центра приняли мальчика таким, какой он есть, и начали ему помогать. Конечно, знакомство с центром далось Семе нелегко. Первые 2 года он практически все время сидел на шведской стенке. Это было его личное пространство. Там он чувствовал себя безопасно. Постепенно мальчик начал перемещаться вниз, подходить к другим ребятам. Он научился общаться с ранее незнакомыми людьми, переключаться с одного вида деятельности на другой, доводить дело до конца. Сёма понимает и чувствует боль окружающих. Дома у него есть кот по кличке Федя. Однажды питомец выпрыгнул на улицу с 3-го этажа и сильно травмировался. Семён стал заботиться о нем, помог ему выздороветь. Теперь мальчик сам кормит кота, следит за тем, чтобы окна были закрыты. А скоро Семен пойдет в школу. Педагоги «Дорогу и добра» прилагают все усилия для того, чтобы мальчик чувствовал себя там комфортно. Но без нашей помощи центру не обойтись. На его работу в течение года нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Слово «ступени», пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени, пробел 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном сообщении. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.